ведро с моей рукой и мы выполняем задание от серого лиса. Да, я продолжаю играть. Кстати, бабли. Бет, что может миролюбивый монах сделать для тебя? Камень слепой монахи. Я не понимаю, что ты имеешь в виду. У нас прекрасное зрение. Ага, я понял. Да укуты... Что может... Да, слушаю. Давай, шути. Ты мне тоже... Потрясающе. Как это там говорится? Не смеши. Что-то не верится. Очень хорошо. Да укуты... Что может... Сразу отгадал, что... Хорошо. Так. Такая доброта. Какая... Это очень смешно. Что-то не верится. Да. Да что может... Конечно. Опа. Ох, потрясай. Что-то не верится. Спасибо. Какая гл... Хорошо. Понятно. Что не так, вон. Да что... Рассказывай. Ох, потрясающе! Великолепно! Не смеши меня! Это очень любезно! Что-то не верит! Неплохо! Да уку... Что может? Пожалуйста, продолжай! Как мир! Это очень смешно! Какая гл... Что-то не верится! Неплохо! Да уку... Что может? Конечно! Так. Забав. Как ми. Откуда это? Действительно смешно. Что-то не верится. Хорошо. Друг. Что может? Мы служим ушедшим на покой жрецам мотылька из имперского города. Труд, которому они посвятили жизнь, ведет к постепенной потере зрения. Они живут в полной темноте в тайных катакомбах. Правда, их это совсем не волнует, потому что они слепы. Никогда не слышал о нем. А почему ты спрашиваешь? Ясно. Да укутают тебя мягкие шелка. Давай-ка, ага. Мне уже поговорить с тобой, давай. Что мог? Да укутают. Что мог? Так давай. Давай быстрее. Что тебе нравится, амортизация? Что-то не верь. Замечательно. Какая га... Это не лишено смысла. Что-то ему нравится. Какая тра... Не, да а его очень быстро... Вот что мог? Ну что еще? Опа. Я не возражаю. Какой изысканный комплимент. Что-то не ви... Оф, неплохо. Ладно. Да, что мог... Да, слушаю. Не то. Что мог... Да? Отношения. Не могу спорить. Тебе должно... Замечательно. Что-то не верится. С тобой... Да, что мог... Слушаю. Достаточно. О, какой изысканный комп... Что-то не верится. Хорошо. Да, что? Слушаю. Это не лишено смысла. Уходи. Какой изысканный... Что-то неплохо. Да укутают. Что мог? Пожалуйста, продолжай. Пожалуйста. Ты вгоняешь меня в... Я не возражаю. Оф, что-то не верит. Хорошо. Да что мог... Не спеши, рассказывай. Достаточно. Нет, ты слишком высоко. Что-то не... Уходи прочь. С тобой при... Да что мог... Они все улыбаются, когда... Мы служим уж... Они живут... Ясно.
флот. Понятия не имею, о чем ты говоришь. На. Да укутают тебя мягкие шелка. Подошел, ох ты мог. Ублюдок матовый, он стыгал на себя. Все узнал, у вас ничего особенного. Там вот река. Что у вас есть? Алтарь, он. Благословимся немного. Возьмем историю. Парку. Что-то надо? А. Уже так сделал. Я спорвал. Что может мир? Продолжай. Укутают тебя мя... Что, мор... Да, слушаю. Неплохо. Какая чушь. Что-то не ви... Как ска... Извини. Что, мор... Да? Вот это ему нравится. Не говори ерунды. Весьма... Да, да. Что-то не ви... Понятно. Что, мор... Да? Не надо больше. Ты пугаешь меня? Что-то не... Какая чушь. Точно. Ду... Что? Конечно. Нет, пожалуйста. Не сейчас, не позже. Не... Неплохо. Что-то не верит. Понятно. Ду... Что? Пожалуйста, продолжай. Хорошо. Не сейчас. Что-то не видно. Неплохо. Да. Ду... Что мы... Поговорим? Конечно. Но... Не говори ерунды. Но... Да, как скажешь. Что-то не верится. Неплохо. Ду... Что мы... Поговорим? Конечно. Но... Да, да. Все, что скажешь. Весьма что-то не... Твоя лесть на меня не дей... Да. Ну, да укут... Что... Давай, скажи. Я не должен говорить это тебе, но я знаю, что тебе можно доверять. Можно. Слепые монахи в катакомбах сторожат этот камень. Говорят, он обладает магической силой. Только не говори Хриде, что я тебе это сказал. Меня могут изгнать за это. Хорошо, хорошо, я покажу тебе. Но только потому, что ты мой дорогой друг. Следуй за мной. Пожалуйста, проявляй учтивость и не беспокой монахов. Да укутают тебя мягкие шелка. Ну давай. А. Погнали. Ага. Неплохо ты идешь. Идешь мне в катакомбы. Так, уже. Так, я в катакомбах слепых монахов. Серый лис сказал, что правила цинкровия не распространяются на страже камня Савилы. Думаю, они будут не очень, очень довольны моим появлением. Мне надо быть поосторожнее.
Ох, не спинзи месяц. Боже, скампа. Аккуратненько ничего. Чёртовы крысы! Все время они шныряют. У меня уже нервы начинают шалить. Так. Как я просто нахожу в сундуке. Туда нужно, нужно еще обследовать. Золото, как говорится, в сундуке не валяется. Так, мягко ступая и прячьтесь в тенях, вы делаете все, чтобы остаться незаметным. Вы стали специалистом в области скрытности. Вес ваших сапог больше не влияет на вероятность обнаружить вас. И мне, ну уровень. Сладость. 10-й уровень. Все время они шны. Кто здесь? Предок, направь мою руку. Теряй меня. Так. Осторожно. Уже это никогда не сделали. Там слишком далеко. Сейчас ты узнаешь, что такое ярость моих предков. Так, у меня же есть какой-то. Нихера себе. Осторожно! Думаю, показалось. Там его, блин, вдруг бегает. Я херачит, ему показалось. Еще может меня потерять или нет? Скорее не точно мой мог, а тут я понятия не имею. Уже отвязаться от него. Теряет. А? Так, посмотрите, как кто к нам пошёл. Умри!
Так. Что за говно? А? Он смогу так бежать его? Давай. Делаем кружок небольшой. Давай. Пора завязывать с этим Элем. Мне начинает мерещиться всякая... Оружие надо было здесь только секунду назад. Что кулаки слишком хорошо видны. Так. Так, ого. Ты что это? Убери свои... Ах ты гри... Ты что это так? Давай еще котам заходи. Тоже брать хуб. Мое появление здесь. Хотя что там? Убери свои. Так. И что тут два? Там что там такое секретненькое? Ну-ка. Что это? А? Давай забраться. Вчера я отвязался от того все-таки. Если полечусь, то не заметится. Хотя я насыщу лицо. Осторожно! Так, поднимайся через верх. Так, мы исследуем тут все и вся. Что это? Не о чем волноваться. Это, наверное, обман зрения.
сдаться. Что это? Это все, да. Даже крысы за них. Хорошо, все, я понял. Там стоит зачем идти, я понял. Так. Что это? Да ничего. Даунски сделано, в принципе. Чмерит. Это все, что ты можешь? Я опять запрыгнул. Что ты тогда сделаешь? Ну что он тогда сделает? Пойди, можешь меня потерять? Что там в этой книге написано? Так. Что? Во, отсюда батюшки. Ладно, давайте. Была здесь только секунду назад. В жопу. Опа. Покажи мне, что ты можешь! Ты должен упасть.
Что это такое? За меня. О, какая у вас клетка, правильно. Штат все золото. Так, нихера. Я просто пролетел. Все равно убили. Может, заловка. Воу, я просто пошел, ничего не сделал. А, видимо, потому что ты меня скрыл. Так, стоять. Там уже было... Нельзя. Значит, на что там было, что там не было. О, просто проскочил. Ой, закрылся же его. Вот это хитрец. Вот как все делается. Все. Пройдемте. А вот сюда. Да, вот он. Давай по шпам. Он крови не проливал. Так, все. Так. Нормально. Где же ты? Можно с ним еще драться. Ты ничтожество, эльф! Че, сундучки тут есть пока. О. Сундучки можно изучить. Так. Так. Сколько я могу сказать, что все будет в порядке?
Камень сил у меня, тебя наверное себе в дом. Дом появился сиси в груди. Не переливаем крови. Кому нужна эта кровь? Мир, добро, ромашка, все дела. А, можем же убить его. Так, он умер. Ага. А, да, все. Сколько весит адрес? Тут еще влезть. Даже, блин, маленькая. Хотя очень, блин, что-то вручное, подвручное. Убили его просто на изи. И ты чё? Чё там против меня пытался делать? Походу выкурил себе весь. Нихера себе, просто летаю. Оп, а уже неприятное обнаружение на спине. Вот так вот. Блин. А, я могу просто бежать. Даже просто бежать. Вы меня не догоните. Что это? Где же ты? Все. Все, пацаны, ничего не знаю. Кто не убит, ничего не сделал. Все. Сколько я этим всем занимался? 34 минуты. Обоссаться. Чё долго? Ничего, зайдем за 6 минут. Так. Сколько там надо бежать недалеко, да? В принципе, не очень. О, хорошо. Сейчас луны ляпнули все. Я скрытность прокачал на 50-очку. Короче, все просто идеально сложилось. Жал. Надеюсь, не считается то, что я их поубивал. Я их даже... Ну, я тронул, ладно, одного пальца. Пузо ему тыкнул. Они сами сдохли. Я их не убивал. Это же всё-таки засчитывается, какого типа я убил. Это должен быть точно, чтобы я внес урон. Да, добил, а тут... Это все локация. Через горы, через все бежим, серый лис меня ждет.
создание серого лица. Просто честь. Мостик уже. Ну, быстро, очень бежит, быстро еще. Просто реально все спидран. Убрали статику быстро. А, там уже я изучал. Какое-то интересное место. Надо мне интересно. Я сейчас все только серый лис. Чувак, я это сделал, понимаешь? Я это сделал. О! Яйца брума. Еще какая-то местность. Я не изучил. Сказал, что это грязевый краб. Что там кто-то есть? Целая еще сладкая оленина еще. О май гад. Так, сейчас мы посоздаем зелье. Так, давай-ка зелье. Оп. Баранина, оленина, семь оленины. Кошка. Один раз. Оленина мне нужна для восстановления всяких индекс. Обожди за косу. 16. Не влияет, я не знаю. Говно какое-то не нужно. Опа. Ладно, давайте съедим кучу всякого говна из мяса крысы. Из баранины, потому что у меня ее полный. Часов поспать. О. Так. Что-то скорость, естественно. И еще X3 обязательно качаем. И еще силу, естественно. 50 уровень. Yeah. О. Лина. Еще лина. Сейчас бред она появилась еще раз. Ой, о, снежок появился. Не видно ни хера тебе подойти. Акробатик повышен. Уже 39. Идет запись, быстрее бежим, быстрее бежим. Так. Вот чё, я даже не падаю. Я думал, по этой пещере кто-то нёсся вообще жёстко. Сколько лет уже не меняется одежда? Сколько лет, сколько лет? Давай, я уже почти. 44, 55 уже могу носить. Мог забрать весь яд. Ой-ой-ой. Требовательная игра.
О, серый лис. Доброе утро. Доброе, доброе. Очень доброе. Добрее не бывает, когда своровали камешек. Очень важно для конца. Говори. Ну-ка. Я слышал, монахи были очень гостеприимны. Да. Мои источники сообщают мне, что камень Савиллы пропал. Он у тебя с собой? Да. Вот этот камень. Превосходно. Теперь защитные порядки дворца не помеха для моего зрения. Да. Хорошо, что император не знал, что этот камень у них. Он приказал бы его уничтожить или забрал у них и хранил бы его под замком в своем дворце. Когда я узнаю то, что мне нужно знать, я позову тебя опять. Теперь давай покинем дом Хелвиуса. Нельзя злоупотреблять гостеприимством. Да укроет тебя тень. А что ты дал? 500 золотых. Писки, короткий меч. Так. Стража! Карманник! Да. Убери. Кто-нибудь, помогите! Быстрее! Здесь вор! Тихо, лампа сидит. Так. Это просто. Так. Сохраняемся. Оп. Так, ладно, всем пока, короче. С вами был Игорубка. Надо уже заканчивать. 40 минуточек серия, да, вышла. Ну да. Давайте. Я хочу скриншот просто сделать. Смотрите, как он херня сидит, да? Это просто невозможно. Давайте.